Участник MasterChef 3 Сергей Чабарь умер от инсульта. 21 июля стало известно, что скончался один из самых веселых и неординарных участников кулинарного проекта MasterChef 3 сезон Сергей Чабарь. Мужчина умер от инсульта. Ему было 30 лет. Преждевременную смерть Чабаря на своей соцстраничке прокомментировал бывший судья MasterChef Николай Тищенко и разместил фото с Сергеем. «Вечная память. Земля пухом», — подписал фото Тищенко. Отметим, что в последнее время Сергей работал бренд-шефом в одном из киевских ресторанов.